Дождь и туман ожидаются в Казахстане в ближайшие дни. Насадки принесет активный циклон, который смещается с районом Средиземного моря. На большей части территории республики ожидается туман. На севере страны выпадет мокрый снег. На юге, в горных районах, синоптики прогнозируют сильный дождь. В Астане 29 марта. Временами осадки. Ночные температуры ночью плюс 1-3 тепла, днем 5-7 тепла. 30-31 марта в Астане ожидается небольшой дождь. Ночные температуры около нуля, дневные температуры 5-7 тепла. В Алматы ожидается 29 марта без осадков. 30-31 марта временами дождь.